Добро пожаловать в мир Ведьмака. Ведьмак 3. Дикая охота. Вашему вниманию коротенькое видео, которое посвящено знаку Аксий. В чем важность этого знака? Каковы его полезные свойства? Для чего он может быть использован в игре? Давайте откроем умение и посмотрим ветку знака Аксий. Знак, который влияет на разум противника, ненадолго выводя этого врага из боя. Как вы видите, у меня на данный момент к 9 уровню прокачаны вот эти два знака. По моему мнению, обман нужно прокачать обязательно. И вот почему. Увеличивается эффективность Аксия в диалогах. Что это значит? Во время диалога в игре предоставляется иногда такая возможность, когда вы можете решить ту или иную ситуацию наиболее эффективным способом, используя именно вот этот вот знак, вот эту вот способность обман. Частенько бывали такие ситуации, когда мне на выбор предлагалось решить ситуацию, либо же отступить, либо ввязаться в драку. Причем противников было заведомо больше и сильнее меня. Так вот, я выходил из этой ситуации именно благодаря наличию вот этого, этой способности обман. Если бы ее не было, то я не знаю, скорее всего, в диалоге бы дополнительной опции не было бы. Либо я бы ее не смог использовать. Поэтому вот этот вот навык, обман, обязательно нужно прокачать, чтобы в диалогах иметь дополнительную опцию и использовать этот знак во время диалогов. И вот эта вот способность марионетка тоже прокачана на максимум. Жертва ненадолго превращается в союзника и наносит, ну, соответственно, у меня сейчас она 3 уровня, на 60% больше урона. Второй уровень 40%, первый уровень 20%. Тоже считаю важной функцией вот эта вот способность превращать жертву в своего союзника. Что будет дальше, я пока открыть не могу, у меня не хватает. Ну вот я сейчас расположил эти два момента. Вот марионетка здесь и знак Акси. Ну и мой знаков у меня еще усилен на 40% большим синим мутагеном. Значит, и сейчас я продемонстрирую, зачем нужна способность марионетка. Как она очень сильно помогает в бою с людьми. Вот сейчас я нахожусь в таком месте, где расположен какой-то вот полуразваленный замок, где находится очень много бандитов. Вы видите, по кружочкам. Там их... Ну вот я сейчас вижу 6 человек. Но я думаю, что там еще больше. Значит, как действует этот знак? Я его сейчас выбираю. Так, сейчас щит наложу. Вот. Ну вот сейчас здесь у меня один бандит. Остальных я уже убил. Сейчас вот этого надо будет бандита снять. Блокирует мои удары, но ничего у него не получилось. Смотрите, как действует знак Акси. Чтобы не сражаться, я подхожу к бандитам. Желательно, чтобы их там было 2 и более. И накладываю знак. Вот я наложил, и он превратился в моего союзника, и там пошла бойня. Все, минус один фраг. Снова накладываю. Смотрите, превратился в меня. Минус один фраг. Видите? Снова накладываю. Минус один, еще один фраг. Видите? Таким образом остался только вот этот бандит, которого я сейчас и самостоятельно разберу. Все, там больше бандитов не осталось. Нет, еще один. С арбалетом. Ну, это проблему не составит. Вот что такое марионетка. Способность марионетка. Чтобы
не воевать с врагами, подходите и кастуете эту способность марионетка. Используется этот знак, вернее, эта способность активируется длительным нажатием кнопки Q. То есть, если активировать знак единовременным нажатием этой кнопки, то активируется вот первый уровень способности. А второй уровень активируется, квен то же самое, зажатием кнопки. То есть вы зажимаете ее и держите некоторое время. Вот чем полезен знак Аксий. Подытожу. Первое – это использование дополнительной опции в диалоге. И второе – это использование способности марионетка, чтобы вот так вот легко, быстро и эффективно решать проблему боя с большим количеством людей. Надеюсь, вы поняли, насколько эффективна прокачка этого знака Аксии. На этом все.